Народов много, Россия одна. В областном театре кукол в рамках форума «Благодарная Россия» прошел благотворительный марафон «Детство. Мир. Согласия». Организатором выступил Комитет общественных связей и СМИ администрации области совместно с Владимирским отделением Детского фонда России и областным театром кукол. Гости праздника смогли принять участие сразу в двух проектах. Посетить конкурс детских рисунков «Народов много, Россия одна» и посмотреть спектакль «Будет сказка, будет Россия». Средства на проведение праздника были выделены из бюджета Владимирской областной администрации. Обе темы посвящены межнациональному общению, обе темы заинтересовали ребят. Сегодня здесь будут присутствовать на благотворительном спектакле ребята из детских домов со всей области, ребята из диаспор, из 16 диаспор, которые располагаются тоже в области, и ребята, стоящие на учете в детском фонде, ребятки малообеспеченные, многодетные семьи, ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В рамках праздника работали интерактивные площадки. Каждый ребенок мог послушать любимые песни и принять участие в активной игре. А в рамках проекта «Будет сказка, будет Россия» прошел премьерный показ спектакля «Собор. Белокаменная фантазия». Герои сказки – это ожившие мифические животные, изображенные на стенах Успенского собора. Организаторы считают, что эта история напомнит маленьким зрителям, что такое настоящая дружба. И встал вопрос, а с каких лет надо детям прививать вот это вот чувство дружбы, межнационального сродства и так далее? Ведь наша Россия многонациональна, это наша радость, это наша, так сказать, сила. И когда детишкам надо об этом рассказывать? А завершится благотворительный марафон 4 ноября концертом в рамках фестиваля духовных песнопений. Он состоится в областном дворце культуры и искусства в 15:00. Игорь Липский, Александр Горшков, Губерния 33.